Приветствую всех зрителей моего канала, с вами снова Алекс, и это канал Game Stories. Мы продолжаем играть в Empire, и нам необходимо на текущий момент найти убийцу всех неизвестных людей, которые мы нашли в последнее время. Есть первое предположение, что это либо убийца матери главного героя, либо сама мать главного героя стала вампиром и на текущий момент убивает жителей этого города. Мы сейчас идем навстречу к их дому для того, чтобы найти определенный след, который укажет нам дальнейшее распутывание этих событий. Поэтому бежим туда, никого не ждем. Стараюсь максимально не вступать в бой, чтобы двигаться по нашим основным делам. Но, тем не менее, каких-то битв нам не избежать. Как они мастерски начали махать своим факелом. Граждан все больше, точнее даже это не граждане, а кто они, люди, которые охраняют город от вампиров, у них теперь появилось огненное оружие, что крайне осложняет драку с ними. И любые бои, конечно, проходят не без урона. При этом они также еще и выше нас по уровню. То есть у нас на текущий момент только 14 уровень, и все они уже 15 и выше, даже есть 20. Sir, step away. Step away. 21 уровня. Это достаточно сильно. Сжег только что мне практически все ХП. Ничего себе. Такое ощущение, как будто бы я явно не достаю по уровню этой локации. Они все 20-го, я только 14-го. Это странно. Но, тем не менее, мы попробуем. Так, налево нам некуда пойти. Попробуем как-то тайно пройти сквозь них. А, сейчас тут даже почему-то никого и нет. Кто-то специально тащил беднягу по улицам, чтобы ее труп нашли именно здесь. Ну и ну. Иногда от тебя польза бывает. Ты о чем? Нас водят за нос. Или хуже того, поганые кровопийцы заманивают нас в свою игру. Я так понимаю, никуда уходить они не собираются. Не... Поэтому постараюсь как-то более спокойно. Он меня видит, ничего себе. Это было неожиданно. The beast must die. God walks with me. Так, у меня совершенно нет крови.
Так, это не очень хорошо. И я не успел еще и заблокировать. Мне обязательно нужно набрать сейчас где-то кровь, для того, чтобы отбить этих парней. So much blood. Сколько крови. Whoever was killed, в убитом ее не осталось ни капли. Он никаким образом не дает мне возможности выпить крови. Еще и... Что ж, попробуем еще раз. Однако бьет своим посохом. Ого, это он столько из крови у нас забрал только что. Ничего себе. Так, на этом себе хватит. На шее женщины следы от клыков вампира. Это тот самый цветок, что мать бросила в могилу Мэри. Тут охотится за моей семьей. В кармане только золотые часы. Одежда, обувь довольно поношенная. Я вижу тебя. Right then. Хорошо. Раз меня втянули в эту жуткую игру, придется держать в ней верх. Судя по всему, сейчас будем драться с этим вампиром. И хотелось бы побольше, конечно, крови уже иметь.
или нет? Куда у нас все ведет? Джонатан! What was that? Что это? I won't let you escape. Ты не уйдешь от меня. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Сколько здесь трупов? И нам дают набрать патрон. Просто так это не бывает. Значит, есть смысл выбрать какое-нибудь оружие. Вот ПКМ. Так, нам нужно что-нибудь, что можно... Что будет оглушать дополнительно. Ну, возьмем парабеллум. Патрон на нем немного, но тем не менее. Ой. Там было показано 0 из 20. Ну вот, потратил просто так пару патрон. И мы снова возвращаемся на кладбище. И, судя по всему, мы идем на могилу Мэри. За мной кто-то следит. Так, забраться мы здесь не можем, значит, пойдем вокруг. Come to me. Иди ко мне. Кто-нибудь, помогите. Что ты наделал? Икари-Лараби? Что случилось? Demon. Демон. Адский бич. Сын погибели. Вика, Вика. Джонатан's no demon. He's just a soul. Викари, Викари. Джонатан демон. Like your Christ, Вика. Мэри. Мэри. Is it really you? Ты правда ты? Oh, it's me, all right. Так это Мэри. What is mother doing here? Что здесь делает матушка? I'm gathering the family. Я собираю нашу семью на последнюю встречу. Все умрут с улыбкой на губах. Благодаря любезному доктору Риду. Мэри. Мама. Поздоровайся с сыном. Hello, Jonathan. Здравствуй, Джонатан. Mother, I... Матушка, я... What do we have here, только посмотри, мама. Блудный сын язык проглотил. И это наш Джонатан, который заливался соловьем за обедом. Звезда нашего театра. Прости, дай мне объяснить. Заткнись. Пришел мой черед говорить. У меня в груди незаживающая рана, Джонни. Так что слушай и не перебивай. Пожалуйста, говори. Напрасно я носила молитву к небу. Мой муж погиб во Франции. Мое дитя забрала эпидемия. Мой брат, в каждом письме обещавший вернуться, пропал без следа. Я обходила больницы, кладбища, осматривала каждую могилу. Я обшарила все закоулки Лондона, надеясь, что кошмар закончится. And there you were. И вот ты появился me, на темном причале. Голод был сильнее меня. Как я рада была тебя видеть. Я хотела, чтобы ты обнял меня, чтобы череда трагедий кончилась. Я думала, ты как в детстве пообещаешь,
что все будет хорошо. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Из могилы. Mary. Мэри. Я думал, что убил тебя. Я пытался покончить с собой. Мы прошли через один и тот же кошмар. Мы разносчики болезни, Джонатан. Мы заражаем все, чего коснемся. Всех, кого мы поцелуем и кого убьем. Полюбуйся, что ты сделал со мной. Прости меня. Извинений недостаточно. Искупи свою вину. Мне нужно чудо. Ты умеешь творить чудеса, доктор Рид? Нет? Тогда это сделаю я. Семья Рид воссоединится после смерти и навечно будет в алом море вечной любви. Время пришло, мама. Передай привет моему сыну. Мэри, стой. У меня появились друзья. Они много знают. Они тоже вампиры. Мы не одни, Мэри. Мы научимся жить почти так же, как и прежде. Сколько еще? О чем ты? Сколько еще ты будешь кривляться? Я наблюдал за тобой. Каждую ночь в Уайтчепеле ты притворялся доктором. Ты сам веришь, что пытаешься побороть болезнь, но ты и есть болезнь, Джонатан. Я ученый. Я найду лекарство. Пусти, матушка, прошу тебя. Тебе всегда удавалось образовывать меня, Джонатан. Но прежде ты делал это из благих побуждений. Теперь ты осквернен. Отпусти ее. Она здесь ни при чем. Хорошо. Слышала, что говорит доктор? Можешь идти домой, мама. Дома ты найдешь покой. Yes. Да. I'll go home. Я пойду отдыхать. And rest. It's so easy. Как же быстро они подчиняются и забывают. Они игрушки, марионетки. Ты тоже этим пользовался. Ты безумна. So that's what I am. Вот в чем дело, доктор. Mad. Это безумие. А я-то думала, я слышала голоса в голове, и одним из них был голос моего покойного брата. Поэтому я и хочу тебя убить. Не за предательство, не за твой ядовитый поцелуй, и даже не за ложь, в которую ты веришь. Нет. Я убью тебя, чтобы этот мягкий, шуткий голос перестал звучать у меня в ушах. Мэри, нет. Не надо. Время умереть, братец. И на сей раз навсегда. Понятно. Мне удалось договориться. You've killed me, brother!
Так, я так понимаю, мы в любой момент можем еще викарием подкрепиться. Но, наверное, будет хорошо, если не будем этого делать. Пока что никак не могу пробить ее. Ассасин! Блок поставить нормальный. Слишком. У нее анимация так еще не проходит, но при этом я блок, как будто бы урон заранее проходит, чем я ставлю блок относительно анимации. Ну, сейчас попробуем еще раз. Дальняя атака. You've killed me, brother. Просто у нее рейндж атаки какой-то бешеный с этим крестом. You've killed me, brother!
Джонатан! Что ж такое-то? Она прыгает, потом замахивается, и по ней проходит еще дополнительный урон. Вот с ударом еще проходит. О, так еще у нее и крик теперь есть. До этого я еще не доходил. Хорошо, попробуем еще раз. Help me, please. You left me to rot in this grave. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. What have you done? Give me your blood, priest. Their final thoughts are just to die for. Jonathan.
again, sweet brother. To me, Jonathan. Главное дело не пропускать ни одного удара. Come to me, Jonathan. Еще следил, что я Шона Хэмптона пощадил. Ой-ой-ой. Хилимся. Да отстань ты.
Нет, 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 нет. Давай. Нет, ну как я не пропустил? Как я пропустил этот удар? Как это называть? В общем, есть понимание то, что можно выпить кровь у этого человека, который там лежит. При этом я полностью восстановлю всю полоску здоровья и крови. А значит, на вторую фазу мне нужно слить... До второй фазы мне нужно слить максимум ХП у Мэри. Christ, me, попробуем. Если не пропускать урон от нее, то можно очень много слить ХП у нее. What have you done? А, ну кровь не полностью, но все равно этого достаточно. Странно, что у нее я пью крови гораздо меньше. Rest in peace, master. Don't expect the same mercy from me. Kiss me again. What have you done? Ah!
ты откатился совершенно вовремя. Эх, Мэри. Well, brother. Что ж, брат. It's time to bring this пора завершить этот разговор. Всегда. You know, I will not ты же знаешь, что я в такие игры не играю. Прикончи меня, доктор. Like a rabid как бешеную собаку. Think you're или представь, an что делаешь вскрытие. Don't be ridiculous. Что за глупости? I'll kill them all. Я убью их всех. The kind doctor любезного доктора Свонси. Твою рыжеволосую подружку. I am the harbinger, я несу неотвратимое возмездие. Мэри. Мэри. Don't you see? Присмотрись. Это уже не я. Плоть, что не стареет. Кошмары. От которых нет пробуждения. Покончи с этим. Подари мне покой. Я найду лекарство, Мэри. Обещаю. At last. Тогда я смогу простить тебя. Ну вот и все. Да, девица, конечно, была не из легких. Особенно третья фаза. Третья фаза, конечно, заставляет максимально сконцентрироваться. Интересно, как он ее обратил? Вроде бы же только... Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting. Turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire. Born anew into an age of death and pestilence, while plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Ну вот и закончили прохождение третьей главы. Мы наконец нашли убийцу. И теперь очень важно узнать, что там идет дальше. Приглашение леди Эшбери. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас. Ведь мне не нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Эстесте развивается стремительно. И я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привина начали в Лондоне великую охоту. И уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают Эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг леди Эшбери. Ну вот, теперь нам необходимо явиться в группу Аскалон, но делать мы это будем уже в следующем видео. Поэтому большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, обязательно ставьте лайки и увидимся уже совсем скоро в следующем видео.